Всем привет, с вами Фидос, и мы продолжаем играть с вами в Сириус Сэма Второе Пришествие. Вот тут дворы Гильгамеша. Вообще, кстати, классная карта, классный уровень. Вот уже два толстяка стоят, ждут нас. Когда же мы им ёбнем? О, да. Эй! Что-то ты там обнаглел, слышь? На, сука. Да. Классная локация, я ее помню вообще. Когда был мелким, я не знал, как пройти это место. Я просто брал и сюда, короче, прыгал, и все, я застревал, короче. Не понимал. Ума мне, конечно, не хватило зайти сюда. Так, где ты, сука? А, вот ты. На! Готов. Я чувствую, еще один есть. А, нет, все. А, блин, вот как же я знал, а? Музыка, кстати, тут шикарная, просто какая-то даже голливудская. Тихо так. Для плазмогана, да, мы взяли патрончики. Тут все полно. Ну ладно, пойдемте. Чпоньк. Так, вот аскорбинки берем. Надеюсь, мы плывем туда, куда надо. Че, долго нам плыть-то? А то еще задохнемся. Нахуй. Я, кстати, помню, вроде бы, что в конце этого уровня там такая битва будет, что, пиздец, конечно. Так тихо, кстати, непривычно. Опа. А вот и наши любимые скелетики пошли. Ты сука. Ой, засада, бля. Только сказал, что тихо тут, и все. Да сколько вас там? Совсем, блин. О. Детонатор какой-то. Блять. Ой. О. Я, пожалуй, тебя убивать не буду, просто потому что ты мой любимый монстр. Так что я лучше это... Посиди тут, короче. Блин, мне всегда прикалывают вот такие секреты, где монстры в кустах или в деревьях там. Кстати, напишите в комментариях, какая игра вам больше нравится, вот HD или все-таки классика? О, моя любимая пушка. Ага. Все, сейчас вот поднимется этот мостик или что это, и мы сможем пройти. Хотя, Сэм, что, ты не паркур, что ли? Мог бы и допрыгнуть с одной стороны, там, ухватиться и пойти дальше. Да ладно, что я выебываюсь? О, супер щерп! Кстати, я помню, тут должен быть еще один секрет. Только я не помню, где конкретно. Ладно. Блин, это слишком просто. Хочу мясо, крови и сисек.
Хорош колдовать. Так, кстати, я там что-то видел. Открыта секретная комната. Это что? А, или что это? Сам у нас вообще какой-то такой новогодний стал. Кстати, я слышал, что четвертый Сэм выйдет либо в декабре этого года, либо в следующего. Так что вот, будем ждать. Фух, вовремя я убил его. Как раз ущерб закончился. Но все-таки уровень реально сделан круто, то есть с интригой так вот, знаете, вот вечер, кровавое небо. Вообще охеренно, слушайте. Опа, я что-то там зеленое вижу. На тебе, по тупому ебальничку. Так, я помню, тут секрет есть. Давайте запрыгнем. Спасибо. Вот что-то еще появилось. А, я думал, там что-то полезное, а там враг. Шипы. Я вот до сих пор не могу понять, что лучше, первая кровь или второе пришествие. Ладно, что их сравнивать, это две легендарные игры. Так, заткнитесь, суки. Не дошли. Понятно. О, сколько мяса, да? Как мы любим, кстати. Заткнись, сука. Компанию составил своему другу. Понятно. Это типа ловушка, да? Да вы не убьете меня, че вы, бля, выебываетесь? Ладно. Скелетоны эти мои любимые. Мне прикалывает, как они после неудачной атаки на месте почему-то замирают. Типа думают, как развернуться. Все. Это была славная битва. Но мы продолжаем. Кстати, вы заметили, что я никогда не читаю сообщения? Ну, потому что зачем их читать? И так, в принципе, понятно, что делать. Куда идти? Кто нас убивает? Ладно. Как там сохраняться, блин? Будем надеяться, что сохранился. Фух. О, какой длинный коридор. Ну, я, в принципе, догадываюсь, что тут будет. Давайте, идите, я готов.
Бля. Все ко мне. Я ваше чистилище, блядь. Сколько школьников, а? Сколько желающих получить пизды? Вот бы так ко мне тёлки бежали, а? Ну такого нету в жизни. А. Вот секретик мы нашли. Правда, почему он секретный, если он... Если очевидно, было видно, что там можно было пройти. Хотя, может быть, я просто такой зоркий. Господи, как задница чешется прям вообще. Вшивая, наверное. О, нет. Может быть, стоило сохраниться? Понятно. О, это мое любимое место, я помню. Помню, дорогие друзья. Это офигенное место. Так, где... Блин, уже взорвался. О! Это прикольно было. Так, лавовый голый получай. Да, весело. Кстати, почему-то кратимовцы говорят, что их четвертая часть будет даже лучше, чем второе пришествие. Вообще, лучше, что они создавали в своей жизни, короче говоря. Но я не думаю, что они смогут перегнать классику. То, что это невозможно. О! О, заебись. Ну что, что? Что вы пытаетесь сделать, пацаны? Вы понимаете, что вы просто смертники? Вы глупые, блядь, существа, блядь, на этой планете. Сидят, что-то выебываются. Да где этот лавовый мудак? Так где эти, блядь? Сука, потратил впустую. Чё ты именно сюда-то свалил, придурок? Ты же тут должен был стоять. Всем лежать. А у меня стоит. Всё. Так, вот лягушки. Но против них я всегда использую вот этот гранатомет. Давайте я из вас кучку такую сделаю веселую. Так, я слышу демона этого бесовского. Да чё вот так вот в рассыпную? Ой. Да я вот про то же, Сэм. Задолбали. Кто обрушивается вообще? Кто, точнее, обрушивает на нас-то все? А, понятно. И здесь нам надо будет выходить. Да серьезно, скелеты, заканчивайте. Вы же не серьезные противники для меня. На. Не, ну смотрите, как классно выглядит огнемет. Вы посмотрите, как он качественно выглядит. И это 2002 год, сука.
Не, ну неужели вам не нравится, как выглядит огнемет? Вообще, как выглядит оружие, как монстры? Это ж пиздец. Ну, давайте, давайте, я готов. О! Там кто-то есть, да? Ой. Слушайте, я понимаю, что я должен проходить уровень, но я хочу поиграть с этим бесовским рептилоидом. Ой, блядь, какой же ты страшный, иди ты нахуй. Блин. Блядь. Блин, какой же ты страшный, сука. Меня толкуном пугал в третьей части, теперь этот пидор красный. Блять, иди в жопу, умоляю. Давай, давай, пизды сюда, мудак. Да хорош кидаться своими шарами. Ой. Все, точка. Меня тут нет. Пацан! Пацан! Надо нападать на меня! Он куда-то в стену смотрит. Ага, понятно. Так, 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 не надо мне грызть ухо. Кстати, там написано было, что вот создают черные дыры миниатюрные и как бы все. И там как бы шары вылетают, короче говоря. Но я никакой черной дыры не вижу здесь. Ты пидор. Да блин. Аллах Акбар! Вот такие вот у нас последствия. Весело. Веселая игра, смотрите, да? О. Ой, ой-ой-ой-ой. Шипы, сука! Давайте, вместе я с вами. Все внутрь, блядь. Блядь! Всем лежать, блядь. Ну ладно. Я вот говорю, был мелким, всегда их сбрасывал то в ямы, в пропасти всякие. И вот это было так весело, блядь. Хотя чё, блин, я даже сейчас это люблю делать. Вот мне это доставляет дикое удовольствие. Лежать. Вы надоели. Ладно, все, идемте. Что же дальше будет? О-о-о, снова пропасти, как я люблю. Так, показывает, что нам надо приземлиться сюда. Ну ладно. Давайте опять сохранимся. Ой. Слушай, отъебись.
Давайте его сбросим. Эти вавилонцы точно были ненормальны. И застрял где-то в стенке. Почему каждый раз, когда они летят в пропасть, они почему-то вверх взлетают? Это как? С чем это связано? Блин, я их пытаюсь тут выцелить. Да вы где? Так, 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 смотрите, что мы тут нашли. Фух. Чуть не упало, прикиньте. Да хорош летай. Неужели это все вавилоняне построили? Я, кажется, опять придумал, что я сейчас буду делать со своими монстрами. Ага. Да что ж вы не падаете? Один упал. Я всегда обожал так делать. Так, господи, опять что ли? Да, забавно. В принципе, я бы мог бы еще, кстати, игнаров скинуть, но это было бы просто долго уже. Так, женщины. О, ну раз уж так на то пошло, давайте мы их тогда тоже скинем. Вот дура, блядь. Вот одна уже упала. Обожаю Сэма. Такой хуйней позаниматься можно вообще. Опять вы? Да не, все, идите в задницу, вы мне надоели. А нет, не надо. Так, вот броня нам нужна. Даже пизнануть ничего не успел. Ой, скользко, скользко. Вот заметьте, да, классное отражение вот это все. И это все 2002 год. Ты где там? Так. Супербомба, заебись. Нам сюда надо. Так, все, заебись. Ладно. Вот патрончики наши любимые. Даже много, смотрите их тут. Видимо, что-то серьезно нас ожидает.
Открытой территории. Понятно. Ох, сейчас мясо будет. Полные штаны просто. Да пиздец, блядь, не мог попасть по-нормальному. Фух, это было серьезно, конечно, дорогие друзья. Это пиздец. Я, кажется, кого-то слышал. Ай, ладно, хуй на него. Как говорится. Не, ну круто. А интересно, в Вавилоне действительно такие купола были? Или как они там называются? О, еще бомба. Дебил, блять. Ну ладно, нормально, нормально, все. Ох, вот тут я пиздец думаю, будет. Да, Сэм, я в тебя верю. Блин, просто тьма их. Ладно, пойдемте, пойдемте. Это прикол типа такой. Блин, вот мясо началось, да? Вот посмотрите, посмотрите, какая жопа начинается. А, началось, блядь, пиздец. Пиздец. В самую жопу пришли. Вот, вот он эпик, блядь. Эпичный уровень, я же вам говорю, это вообще изи. Блин, на сложном уровне сложности, как говорится, мне бы полный пиздец. Я знаю, у меня есть супер бомба, короче, но... Это... Я хочу тут по-жесткому, короче. А, тут просто смотрите, тут ад творится, ебать. Идите в жопу. Вы посмотрите, тут я даже не могу ничего комментировать, просто анал творится. Ладно, похуй. Да ладно, вы издеваетесь надо мной. Блин, где ракетница? О,
Там что-то лежит, мне это нужно. Понимаю, что я приопоздал с этим, но все равно. Да, ну это, конечно, просто сумасшествие настоящее, блядь. Да, это уровень просто вообще легендарный, блядь. Фу, бля, да. Это было достаточно очень весело. Я аж весь экран оплевал. Вот и конец игры. Ой, блядь, игры. Ну, уровни. Ох. Шикарно, шикарно, конечно. Вот Вавилонская башня началась. Ну вот здесь мы с вами закончим играть. Ну а с вами был Фидос. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся.